старение населения, рост психоэмоциональных нагрузок, урбанизация, изменение характера питания, условий труда и жизни, финансово-экономическая ситуация, наследственность и вредные привычки. В укрепление позиции болезни и системы кровообращения свой вклад вносит, если не миллион, то точно множество причин. Снижение их негативного влияния – задача настоящего времени. Первая мера – профилактика и выявление проблем на ранней стадии. С этой целью уже не первый год на Брещине проводятся акции проекта «Здоровое сердце. Залог успеха». Здесь возможность есть для всех, у кого нет времени, прийти на месте без отрыва от производства и обследоваться, сделать анализы какие-то, померить давление и так далее, и получить какой-то ответ сразу на месте, не ходя в учреждение здравоохранения. Работники Брест-водоканала смогли проверить работу не только своих пламенных моторов, но и других органов и систем. На предприятие приехали специалисты различных профилей. Проведение акции – инициатива Центра гигиены и эпидемиологии, однако активно содействуют ее реализации и руководители посещаемых организаций и предприятий. Всегда, как говорится, приятно, когда на предприятии работают здоровые, счастливые люди, поэтому всегда только за и оказываем любую помощь своим людям в таких мероприятиях. За 2017 год подобных мероприятий в Бресте и районе было проведено 7, за прошедший период 2018 уже 5. И снижать темпы специалисты не планируют. В ближайшее время медицинский десант может высадиться на базе открытого акционерного общества «Комаровка». Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».